Рассказывай, где мы сейчас находимся. Мы уже не в Узбекистане, юридически. Мы уже на нейтральной стороне. Нам осталось ждать 2 часа. 2 часа подождем, ничего страшного. Сейчас погуляем по Duty Free, идем, смотрим. Я не знаю, там... А, там нельзя снимать, оказывается, как всегда. Через минут 15 мы взлетаем. Вот мы и прилетели. Все хорошо, все отлично. Куда я тебя привез? Просто идем за толпой. Ждешь? Теперь идем кушать. Дождик капает. Пальмы везде. Пальмы. Мы поели в Макдональдсе. На наши деньги на 45 тысяч. Ты и я. Вот именно. Картофель фри мы даже не доели, мы даже не допили. Теперь надо пойти поменять деньги. И в этой городской гуще мы нашли парк, полон деревьями, зеленью, а вон та башня-близнецы. О, вот они совсем прям видать. А ты только их увидела, что ли? Я тебя фоткал на их фоне. Кто у нас тут не выспался? Короче, лежим мы здесь на травочке и увидели вот это. И вот это. Только мы не понимаем, это какашки или фрукты. Ой. В такой стране все возможно. А, ты в руки даже взяла? Да. Да, волосатенький. Нет, не пробуй, парень. Не пробуй! Какое огромное зеленое поле. Специально для того, чтобы ты попрыгала. Мы решили выйти покушать. Время 12 часов ночи. Офигеть, сколько людей здесь. Повсюду столики. Какая-то непонятная еда. Местами вонючая, местами приятно. Можно и покушать. Вот мы сейчас выбираем, куда же сесть. Что кушать? Где? Очень сложно понять. А мы еще думали, может, поздно, да? Я потом сказал, да. Че мы приехали? Спать, что ли, приехали сюда? Вот, музыка. Нам принесли наш ужин. У меня что-то непонятное. Это тоже что-то непонятное. Желание загадывать? Тут везде надо желание загадывать. Ну как? Сладковато, но вкусненько. Это, я не знаю, как называется. Потому что мороженое было еще, да? Опять на дыню похоже? У них тут все на дыню похоже. Огромное место. И гора. Сейчас посмотрим на обезьянок, да? This is Batu Caves, one of the oldest temple here, and the one and only in the country, in the world, which is in the caves. Yeah, so the main goddess is sitting up on the caves there, and this is the Lord Muruga. Yeah, uh-huh. So one of the Hindu gods. Так, 272 ступеньки. Ждите нас. Что ты думаешь? Мы смешные такие. Смешные? Я потрогать хочу. Теперь мы пришли в парк. Тут целый джунгли. Hey, buddy. What's up? You going?
Вы только посмотрите. Какой здесь вид. Вот это я понимаю, место для пикника. О май гад. Наверное. Суббота, день пикника, оказывается, здесь. И все малазийцы приходят сюда и отдыхают. Какие за сегодняшний день уже по счету эти ступеньки? Не смотри им в глаза. Ой, йоу. Че ты? Да нормально, они играют. Чем выше мы поднимаемся, тем выше есть тропинка. Еще выше хочешь пойти? А тебе этого недостаточно? Очередной солнечный день в Куала-Лумпуре. Это, оказывается, здание суда. Очень старинное. Тут тоже, смотри, большой вклад, как у нас. Ты будешь руками кушать, наверное. Это руками. Берете и мешаете. Пройтись по деревянному мосту. Вот он. Висячий. Ну, они деревянные или как? Ну, чуть-чуть качается. Раскачивался, да? Во все стороны. Мы вчера как раз смотрели Лару Крофт. Вот что значит эко-парк. Тарзан. Подошло к концу наше с тобой путешествие. Каждый день мы открывали для нас что-то новое, интересное, незабываемое ощущение. Самое мечтательное. На этом мы подводим логическое завершение нашему трипу. Теперь увидимся в Узбекистане.